Переплата по займам такая маленькая, совсем малышка. Отличные наличные, но очень маленькая переплата по займам. Правительство Тувы завершает подписание соглашений с федеральными министерствами и ведомствами о финансировании приоритетных национальных проектов в 2019 году. Как сообщил глава республики, до 14 февраля предстоит заключить 48 соглашений на сумму около 3 миллиардов 300 миллионов рублей. На сегодня уточнены и утверждены 32 соглашения. Остается согласовать еще 16 проектов. Работа с профильными федеральными министерствами идет не только в части согласования объемов финансирования, но и целевых показателей проектов. Их перечень с 2019 года в соответствии с майским указом президента России дополнен 15 новыми индикаторами. Международная компания «Евраз», являющаяся одним из крупнейших в мире производителей стали, перевела в Туву офис одной из своих дочерних структур – «Евраз Холдинг Финанс». С 18 января компания поставлена на налоговый учет в столице республики, в городе Кызыле, а на днях прошла регистрацию и в местном управлении Пенсионного фонда России. Компания сменила московскую прописку по итогам переговоров главы Тувы. По словам премьера, «Евраз Холдинг Финанс» становится еще одним серьезным налогоплательщиком региона. Ожидается, что его совокупные платежи в бюджет Тувы составят не менее 130 миллионов рублей в год. ООО «Евраз Холдинг Финанс» создана для привлечения заемного финансирования холдинга на российском рынке облигаций. Компания является второй структурой «Евраза», которая зарегистрирована в Туве. До нее «Евраз» в республике представляла компания «Межигейуголь», которая построилась здесь шахту и с 2016 года приступила к промышленной добыче коксующихся углей. Установлены границы прилегающих территорий, социальных объектов и мест нахождения источников повышенной опасности, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. Мэрия Кызыла информирует, что организация розничной продажи алкогольной продукции запрещается на расстоянии ближе, чем 100 метров от образовательных и медицинских учреждений, спортивных сооружений, от вокзалов и аэропортов, мест нахождения источников повышенной опасности, определяемых органами государственной власти. 100 метров измеряют по кратчайшему расстоянию от входа в помещение. Данные расстояния установлены постановлением мэрии от 1 февраля текущего года. В соответствии с постановлением, если у вышеуказанных организаций имеется обособленная территория, допустимое расстояние сокращается до 50 метров. В Кызыле к вышеуказанным зданиям и помещениям относятся все медицинские учреждения, в том числе частные школы, детские сады, высшие и средние учебные заведения, стадионы, спортивные школы. В Туве сумели избежать массового падежа скота от холода. Несмотря на затяжные морозы, по сообщениям правительства региона, зимовка скота на территории Тувы проходит в штатном режиме. Дороги ко всем чабанским стоянкам открыты. Скот содержится на полупастбищном содержании. Идут подготовительные работы к окотной кампании. По состоянию на 7 февраля остаток кормов в республике составляет более 105 тысяч тонн. Зимовка в 5 молочно-товарных фермах проходит в штатном режиме. Наибольший надой молока отмечается в ферме Краснояровка Тандынского района и в хозяйстве Аюн. В настоящее время у всех участников проекта «Кыштаг для молодой семьи» в наличии имеется более 62 тысяч голов мелкого рогатого скота и около 1400 голов крупного рогатого скота. Участниками проекта заготовлено чуть больше 6,5 тысяч тонн корма. На текущую дату расход кормов составляет 39%. Массовый окот, по информации Минсельхозпрода региона, должен начаться с марта. С 1 февраля увеличились размеры пособий, связанных с материнством и детством. Так, работающие женщины, вставшие на учет в женской консультации в ранние сроки беременности до 12 недель, получат единовременное пособие в размере 917 рублей. Единовременное пособие при рождении ребенка с 1 февраля в текущем году будет составлять чуть больше 24 тысяч рублей. Кроме того, находясь в отпуске по уходу за первым ребенком, мамочки не должны получать пособие меньше, чем 6
5316 рублей. По уходу за вторым и последующими детьми минимальный размер пособия равен более 9000 рублей. Работающим по трудовым договорам женщинам, чей стаж больше 6 месяцев, пособие начисляется в размере 40% заработной платы, но при этом оно не должно превышать 26 тысяч рублей за месяц. Работающим мамочкам положено и пособие по беременности и родам. Его сумма зависит от средней заработной платы. Пособие в 2019 году рассчитывается из заработка, полученного в двух предшествующих годах, то есть 2018 и 2017. Порядок их получения не изменился. Пособие по беременности и родам имеет право получать только сама женщина. А вот пособие по уходу за ребенком может получить любой работающий член семьи, в том числе отец, бабушка, дедушка, опекуны, либо иные родственники, которые фактически осуществляют уход за ребенком. И о курсах валют. Доллар стоит 65 рублей 65 копеек, евро 74 рубля 33 копейки. Весна не за горами. Время обновлений. В магазине «Мебельный рай» большое поступление. Новая коллекция эксклюзивной мебели от бренда «Любимый дом». Вдохни в интерьер новую жизнь. Улица Магистральная, 26, торговый центр «Арбын» и Калинина, 25. Все о дорожных происшествиях и криминальных событиях. Наблюдения очевидцев и собственные шокирующие репортажи. От поучительного до абсурдного. Смотрите каждый вторник в 19 часов в программе «Патруль» на телеканале «Новый век». С 15 января текущего года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Кызыла выявили незаконную продажу алкоголя 59-летней гражданкой с так называемого адреса. Из дома кызылчанки полицейские изъяли 14 пластиковых бутылок со спиртосодержащей жидкостью общим объемом 10 литров, а также подручные средства, необходимые для разлива, мерную бутылку и воронку. Проведенное исследование подтвердило, что изъятая жидкость содержит этиловый спирт и не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По результатам предварительной проверки материал передан в следственный отдел Кызыла регионального следственного комитета. Сегодня в Кызыле состоялось всероссийское тренировочное мероприятие единого государственного экзамена по физике в рамках подготовки к государственной итоговой аттестации в 2019 году. Тренировочные мероприятия направлены на техническую подготовку пунктов проведения экзаменов к проведению ЕГЭ. Как и на настоящем экзамене, сегодня все контрольно-измерительные материалы были напечатаны непосредственно в аудиториях в присутствии учеников. После завершения экзамена все работы отсканированы и направлены в регион. Центр обработки информации. Школьники, сегодня сдавая экзамен, могли познакомиться с процедурой и оценить свои силы перед основными испытаниями. Результаты учащимся сообщат не позднее 26 февраля в их образовательных организациях. По результатам данного мероприятия прием и рассмотрение апелляций не предусмотрены. По данным мониторинга эпидемиологической ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ, за прошедшую неделю в Туве зарегистрировано более 1900 случаев обращения в медучреждение. Зарегистрировано 38 лабораторно подтвержденных случаев заболевания вирусным гриппом подвидов H1N1, H3N2 и А, преимущественно среди населения в возрасте старше 15 лет.
Незначительное превышение эпидпорогов отмечено также в Кызыле, Кызыльском, Пехемском и Чедихольском районах. На остальных территориях заболеваемость остается ниже пороговых значений. Однако департаментом образования Кызыла в 6 детских садах столицы частично объявлен карантин. В минувшие дни в Доме народного творчества состоялся третий по счету конкурс среди вокально-инструментальных ансамблей «Три аккорда». Напомним, первый прошел в 2017 году, собрав на одной сцене 10 коллективов. В этом году число участников удвоилось. За право называться лучшим ВИА боролись 20 коллективов. Вне конкурса также выступили «Сайзырал» из Чедихольского района, победитель конкурса «Три аккорда» 2018 года. 9 с лишним часов живой инструментальной музыки, более 140 музыкантов. 20 коллективов, 14 номинаций и 4 главных приза. Это республиканский конкурс среди ВИА «Три аккорда» 2019 года. По итогам конкурса обладателем гран-при стал ВИА «Кёшкун» из Кызыла, который представил публике мощную, целостную, многогранную и вкусную инструментальную музыку, вызвав восхищение не только профессионального жюри, но и бурные овации зрителей. Чего хочет каждая женщина? Быть красивой, модной и роскошно одетой. За окном морозная зима, тогда спешите на знаменитую кировскую выставку «Продажу меховых изделий. Знатные меха», где вы точно сможете утолить свою жажду моды. Да-да, вы не ослышались. Известная и зарекомендовавшая себя ярмарка меха по многочисленным просьбам жителей и гостей города продолжает свою работу в Кызыле, торговый дом «Меридиан». Поэтому, если вы мечтаете о недорогой стильной шубке из натурального качественного меха, вам точно сюда. Ведь цены здесь начинаются, внимание, от 19 тысяч рублей. Тысячи моделей норковых и мутоновых шуб, включая самые трендовые новинки. А шикарные головные уборы впечатлят даже самых искушенных покупателей. Разнообразной цветовой палитры и широким размерным рядом. От 38 до 70 размера. Что уж говорить, знатные меха знают, чем порадовать. Кстати, совершить покупку на ярмарке «Знатные меха» также по-прежнему просто и легко. Если необходимой суммы наличными нет при себе, вы всегда можете оплатить покупку картой, оформить кредит на оптимальных условиях. Шикарно? Конечно, да. Быть стильной теперь просто. Выставка меховых изделий «Знатные меха» располагается улица Ленина, дом 50, торговый дом «Меридиан». Ежедневно с 10 утра и до 19 вечера. Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». «Отличные наличные» – надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах России. От Камчатки до Калининграда. Продлевать срок займа можно бесконечно. «Отличные наличные» – удобные условия по займам. По республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Местами порывы до 14 метров в секунду. В Кызыле переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью 31-33 градуса со знаком минус. Днем минус 19, минус 21 градус. Переплата по займам такая маленькая. Совсем малышка. Отличные наличные, но очень маленькая переплата по займам.